Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskiev.com.ua. Сегодня на обзоре у нас детский планшет Мольберт. Он подразумевает не только функцию рисования, да, а еще и обучающую. Тут у нас есть куча магнитных вот таких пазликов, да. Картинку базовую мы сделали. И вот еще огромное-огромное количество этих пазлов внутри, которые можно там животных всяких. Ну, все, что хотите, тут достаточно много их, там, мордаху какую-то сделать, прикрепить вот так вот нос и глаза. Абсолютно любые варианты. Все это есть в комплекте. У нас есть губочка и у нас есть водный маркер. Это все неплохо сделано. Оно двухстороннее. Ну, мольберт это двухсторонний. С одной стороны водные маркеры, то что смотрели, с другой стороны мелкие, которые тоже входят в комплект. Друзья, неплохая вещь, ссылочку оставлю в описании.